Я вернулся за чашкой и хочу сказать, что в горелке осталось примерно половина спирта. Вот сейчас, если мне удастся показать. Вот так вот. Примерно половина спирта. Ну. А вот столько здесь получается кофе. Если эта чашка 200-граммовая, то здесь, ну, как я и сказал, 80-90 грамм кофе. А, замечательно, ваше здоровье.